Всем привет, с вами Рейвен, и сегодня мы продолжим проходить игру под названием GTA 5. Hey, look, you seen Michael? Man, the contact he set me up with is holding out on the payment, dog. Let's see, his phone is offline, his credit cards aren't active. This is aberrant behavior. Last usage is for... Так, это нормально, последний раз он оплатил картой билет. There was a signal from his cell back in Los Santos, but now nothing. Damn, is he in the city, dog? Shit, he could be in trouble. Разве у него могут быть проблемы? Не знаю, что спросить у Тревора, скорее всего, он был с ним на Среднем Западе, я попрошу его с тобой встретиться. Черт, хорошо. Слушай, отправь его к моей тетушке, ладно? Почему он решил встретиться у тетушки? Так, тормоз. Может, стоило вызвать такси и доехать. И постоянно тратить свои деньги на такси. Потому что я почти ничего и не покупаю. Сколько у меня бабок? 634 тысячи. Что тут продается? Вы чё сломали? Как я покупать буду? 750. Я слишком бомж. Дороги смертные. Опачки. Я пока не врезался, это так странно. Сейчас я явно врежусь. ФПС, нет, не проседай. Нет. Кусок говна. Ладно, я почти доехал. Да чё он в этой бомжовской одежде-то ходит? Мог бы переодеться. Я их одеваю во что-нибудь нормальное, они переодеваются. Как я вот в такую чмошную одежду одеваю, он ее не переодевает. Тебя забавляет, что мне больно, да? Нет, чувак. Да пошел ты. Еще раз думаешь, надо посмеяться тебя. Ура. Успокойся, чувак. Я немало придурков встречал в своей жизни, но ты долго не протянешь таким дерьмовым отношением к людям. Да знай, как херов. Послушай, чувак, успокойся. Это правда немножко было смешно. Я поступил неправильно. К сожалению, чувак, ты упал. И мне это казалось смешным, понимаешь? Извини. Ладно. Извинения приняты. Доволен? Так что... Обнимемся в знак примирения. Ха, я тебя подловил. Для нас два, я не весельчак, я просто сраный козел. Черт, у меня было трудное детство. Черт, чувак, все в порядке. Просто я. Я весь на нервах. Знаешь, я тебя люблю, чувак, но я бы.
Черт, да я бы... Тише, тише, приятель, слушай. Лестер сказал, что ты что-то знаешь о Майкле. Майкле? В жопу Майкла, надеюсь, он сдох. Да брось, чувак, не такой жестокий. Конечно, вы прежде не ладили, но какая хрень произошла в Северном Хонте? Кто-то его прижучил, чувак, кто? Мой друг Рон встретил этих китайских уродов. Они из... Яншаня. У нас возникли проблемы. Они по дурости решили, что Майкл человек и похитили его. Да, и, видимо, он теперь у них в плену. Пожалуй. Да хватит уже, бро. Иди нахрен. Если тебе нужен этот говнюк, сам и занимайся, понятно? А для меня он труп. И для этим, если я только снова его встречу, он станет трупом и для всех остальных. Брось, кореш. Не делай этого. Не испытывай судьбу, приятель. Что это? Что это было? Ничего. Позвонили, как всегда, в нужный момент. Я просрал диалог с Лестером. Ты совершаешь ошибку. Я потратил много денег, чтобы выследить вас. Я обратился за помощью ко всем, кого знал. И тут вы убиваете еще кого-то там. До свидания. Я тебе покажу, сука. Избавьтесь от него. Нет, это эй. Да ну я выбрал Франклина. Выясните, где находится Майкл. Чё запустить? И куда мне ехать? Ладно. Сейчас еще долбанный поезд поедет. Нет. Долго мне еще ехать, он там сдохнет, наверное, что. Да и пусть дыхает. Раньше надо было его искать. Достало ФПС сраная. Проседаешь ты, тварь. Я не туда поехал, да? Или я туда приехал? Чё за ствол-то был? Мочи их. Гостей. Даю звонишь, а? Не ствол получше. Да ты чё, живой-то? Ублюдок. Майкл, ты тут? Майкл, где ты, братан? Братан, где ты? Вовремя придержаться там. Обычные гранаты стоят. Иду, братан. Next,
Почему нельзя было выстрелить в цепь, скажем? Чтобы он упал. Перезаряжайся, да, правильно. Да что ты говно-то какое взял? Мало того, что переодеваются, еще и пушки переключают. Пусти тебя, Крайк. Кимлу. Кимлу, блин, Кимлу. Мне кажется, я не попал в него. Вот об этом я говорил. Почему так нельзя было сразу сделать? Не хочу за тебя играть. Опять. Ой, это свой. Он еще и развернулся, что ли? Где ты там кусок мяса? Бежи, бежи. Сдох. Все дохлы. Надо подниматься, начните. Иди. Мясо ходячее. Я вас всех порешаю. Ты что, жив, что ли, еще? Сейчас на тачке к нам идем. Давай, давай, уходим. Доберитесь до дома Майкла. Вообще нет проблем. Что за винтажный пистолет? Хана вам, уроды. Уходим. Колесо попали. Всех полицейских. Да ну нет. Я так не уйду от погони. Этому трандулете. Без одного колеса. Там невозможно управлять. Достало. Эта игра явно хорошо работает с моей видеокартой. Это вообще все, я не знаю из-за чего, даже если я скину на минимальный, все равно будет эта фигня, я пробовал. Ну, копы, отвалите.
я же уже удрал. Кто меня там увидел? Ногу ему бы сломать. Чтобы он больше не гнался. Да нет. И тот коп развернулся. Совпадение. Да. Где этот придурок, который меня спалил? Да, блин, это гранаты. Че, придурок, что ли, вообще? Как они попадают прям в меня? Здесь мы точно должны уйти от погони. Если они вертушку не пришлют никакую. Они же не будут сюда заезжать. Давай, нагнись, Майкл, дружище. Ничего вы там. Нужно сюда спуститься немного, а то увидит меня еще. Тут один там прется все-таки. Ну, он, наверное, пешочком. Фрэнк, спасибо, брат. Ты не должен был. Должен, должен. Да блин, как тебе сказать, как только я узнал, как ты меня вообще нашел? Лестер прислал мне приложение, которое слезло с твоей мобилы. А, Лестер, ну как ты узнал, что меня взяли? Тревор как бы мне все рассказал, когда я спросил, что он знает о твоем исчезновении. Наверное, фу, пришлось клещами натягивать. Хорошо, что он мне все-таки сказал, но как же они тебя загробастали. Когда приехали на место, Тревор психанул. Собирался убить меня, и тут появились китайцы. Они меня схватили, он смылся. Все правда? Ага, правда. Но если не хочешь говорить, не надо. А как насчет Дэвида Уэстона? А что с ним? Мы доставили ему тачки, только вот он за них не заплатил. Говорит, что хочет вложить деньги в фонд. Он смышленый парень, возможно, это плохая идея. Твою мать, ты серьезно? Послушай, Франклин, получишь ты свои деньги. Походу, дело еще и с процентами. У меня с Уэстоном есть другое дельце насчет киностудии. Нужно выяснить, как оно сложится, и только после этого сможем на него надавить. Че, правда? Слушай, Франклин, на несколько часов провисел вверх ногами на мясном крюке. Дай мне время, я во всем разберусь, обещаю. Ладно, как скажешь. Вот именно, как скажу я. Возьму кулачок свой. Нет. Не буду фак показываться. Тебе... Тебе. Тихо. Так. Все, брат, я привез тебя домой, брат. Ну давай, увидимся, а как же? Не хочешь в гости зайти? Чего в твой огромный пустой дом? У меня и так на душе хреново. Ладно, в общем, спасибо тебе. Погодь, чувак, вопрос. Что за херня такая случилась? Я же говорил, Тревор психанул. Хотел меня убить, потом меня поймали китайцы.
Не, чувак, до этого. Я про вашу историю с федералом, Тревором, тем парнем, Брэдом, я понял, о чем ты. Слушай, я принял спорное решение. Не знаю, правильно я поступил или нет, тогда думаю, что правильно. У меня была семья, Франклин. Я работал с полными психами, которым было нечего терять. Я видел выход. Будущее для себя и своей семьи. Я воспользовался этим выходом. Выходом? Человек, да ты предал всех, кого только знал. Или они, или я. Я знаю, что цинично, я не жду, что ты сразу поймешь. Но потом, когда взведешь своей семьей, проснешься однажды утром и вдруг почувствуешь, что ноги тебя уже больше не держат, и ты никуда не можешь бежать. Посмотрим, будь осторожен, чувак, а ты? Когда Тревор узнает, что ты жив, не представляю, какую херню он выкинет. А Тревор, не беспокойся, ему до меня не добраться. Береги себя. Ты меня понял? Он не за мной придет, чувак. Ему нужен ты, а не я. Ты. Я так, на всякий случай. Выполнена. Ладно, проходить дальше будем в следующей серии. Всем спасибо за просмотр и всем пока.